Вооружен, значит, защищен от коронавируса. В Самарской области запустили производство нитриловых перчаток. До недавнего времени только 3 предприятия в России производили эти средства защиты. В общей сложности они поставляли на рынок около 85 миллионов пар в год. Предприятия, открывшиеся в особой экономической зоне Жигулевская долина, рассчитаны на производство 110 миллионов пар. При этом объем потребления – 3 с лишним миллиарда. Таким образом, проблем с реализацией не возникнет. За 10 лет существования Жигулевской долины общий объем инвестиций из федерального бюджета составил более 20 миллиардов рублей. Я считаю, что потенциал у региона большой. Мы его будем дальше развивать, использовать все возможности, которые есть и у региона, и на федеральном уровне. Только по фонду развития промышленности у нас 15 проектов реализовывается в регионе на сумму больше 6 миллиардов рублей льготных займов. 6 проектов уже вышли на проектные мощности производственные. Поэтому рассчитываем, что Дмитрий Игоревич нас будет приглашать в дальнейшем на открытие новых предприятий. От разработки идеи в ВУЗе до ее внедрения на производство и реализации на рынке. Всю цепочку продемонстрировали делегации Минпромторга Российской Федерации, которая прибыла в технопарк. По мнению федеральных гостей, Самарская область имеет неисчерпаемый потенциал роста и развития. Причем по всем направлениям – металлургия, химия, нефтехимия, медицинский кластер, а также автопром. Плюс удобное географическое положение. А федеральное правительство, в свою очередь, готово обеспечить регион инструментами поддержки для привлечения инвестиций. Тут даже говорить об отдельных предприятиях, под отраслях неправильно. Это помощь и поддержка всему региону, всем жителям. Конечно, крупнейшие трудовые коллективы, автопром, на который завязано сотни тысяч тружеников на территории Самарской области и членов их семей, колоссальную помощь получил благодаря решениям президента, которые были подготовлены Министерством промышленности. И Министерство промышленности реализовало все меры поддержки, которые позволили нам фактически удержать и выпуск, и продажи автомобилей, несмотря на все сложности прошлого года. Сегмент рынка АвтоВАЗа за 2020 год расширился. Кроме того, в прошлом году регион выполнил все показатели по организации рабочих мест, в том числе и высокотехнологичных. Министр промышленности также ознакомился с опытным образцом автомобиля «Зетта», отметив, что именно необходимо доработать. Мантуров оценил самоходный распрыскиватель-разбрасыватель «Туман-3», серийное производство которого удалось наладить благодаря поддержке Минпромторга Российской Федерации, и дал поручение проработать вопрос создания Центра промышленного дизайна и инжиниринга на базе Самарского государственного медицинского университета. Михаил Ермоленко, Виктория Шаре. События.